Союзники США сами будут нести ответственность за обеспечение своей безопасности и поддержание мира. Об этом заявил кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс, выступая на ее национальном съезде в Милуоке, штат Висконсин. «Никаких больше бесплатных проездов для стран-союзниц США», – добавил Вэнс. Он также добавил, что США, если Дональд Трамп победит на президентских выборах, будут применять военную силу за рубежом только когда это необходимо. «Мы будем отправлять наших детей на войну только тогда, когда это необходимо», – заявил он. Вэнс утверждал, что президент Трамп показал уничтожение ИГИЛ и многими другими действиями «Когда мы бьем сильно». Напомню, в Милуоке 15 июля начал работу съезд республиканской партии. В первый день делегаты выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии, а сенатора Вэнса – кандидатом в вице-президенты.